Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты от послов Вьетнама, Португалии, Армении, Чили и Новой Зеландии. Говоря о двусторонних отношениях между странами, глава нашего государства отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе. Также он пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран. Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан. Чрезвычайные полномочные послы пяти государств также, в свою очередь, выразили слова благодарности президенту Казахстана и отметили важность укрепления дружественных связей на различных международных площадках. Приветствую народ Казахстана от имени Новой Зеландии. У нас есть много точек взаимодействия. Мы верим, что международные нормы и правила принесут процветание миру.